Всем привет, ребят, с вами снова я, Эмили Мил, и это третья часть жизни ютубера. И сегодня, ребята, мы пойдем в магазин и купим наконец-то еды, потому что я уже третью серию голод... Подожди, я сейчас не понял. Еда, подожди, да что... Промок уже. Вот так, это что такое? Михалыч! Подожди. Ой, тут хотя бы высушусь. Так, Михалыч, ты же Михалыч. А, ты Степан. Что это так? Что это такое? У вас что, какой-то сервис какой-то открылся, я не знаю, шиномонтажка? Или как это называется, фигня? А? Ну, молчи, молчи. А я вот ноутбук куплю скоро, вот, понял? Ну, а тут... Он ничего не... Мою точку. Все, что, ничего, Михаил, Степан там не было. Да блин, дождь уже надоел. Видео я пока снимать не буду, потому что мы даже канал не создали, чтобы зарабатывать в этом городе ютуберов. Банк мне вчера приснился, что мы ограбили. Вот сон. Что это такое? У меня там вопрос построилось. А это ж мэр. Откуда у вас все тачки? Какая шиномонтажка? Ой, извините. Славься. Ой. Ать. Все, можно, да? Откуда у вас тачки? Владимир Владимирович Путин. Хана. Ладно. Так, ну, мопедики. Нет, я сюда даже садиться пробовать не буду. Что за апокалипсис какой-то наступает? Курицы проходят, машины появляются, дождь идет. Что происходит, у меня вопрос? Так, потом подождет еда, поголодаем еще 5 серий. Вообще, я сегодня еще хотел кредит. Что это такое? Что это такое? Строители опять что-то у нас? Тут машины покупают. 345 золотых. 69, 102, 102 золотых и 300. Я хочу эту тачку. Нет, я вот эту тачку хочу. Вот эту пойдет, в принципе. Да. Ребят, я в шоке. О, это что такое вообще тут появилось? Что это? Подожди. Автосалон. Да! Тачку продают. Все, тачки продают. То тут... О, тут такое у тебя... Стоимость бензина. А, тут типа еще бензин сюда. Бензин здесь, а сюда золотые монеты. Ага, все понятно. Как тебя там зовут? Что? Гонщик Марат. Ну ладно, будем знакомы. Скоро тачку. Блин, ребят, надо будет тачку либо вон ту купить, либо вот эту. А эти какие-то вообще. Ну, скорее всего, вот эту, потому что она подешевле. Там 400 стоит. Сколько тут? 345. А у меня вопрос, а что это вот это вот появилось? Вот это вот фигня. Гараж для персонала. Завод по произведению кирпичей. Ну, я тут смотрю, ребята, он еще не достроился. Только вот такая стенка построилась. Ну, строителям респект. Получается, я здесь могу работать. Гараж. А, типа, можно сюда вообще заходить? У меня тут тоже строится. Типа, гараж будет. Ладно. А еще хотел покушать в этой серии купить. И это, кредит в банке взять. Там я видел самый дорогой нормальный компьютер, хотя бы видосики снимать. 32 золотые монеты стоят. Поэтому сейчас пойду в банк, который я во сне ограбил. О, риэлтор вернулся. Че, вернулся? Угу. На продажу стоимость 128. Я обязательно заработаю, обязательно не вернусь. Никому не продавать. Банк, вот. Заходим. Так, встряхнуться, это как бы банк. То мокрый весь, так. Банкир. Так, короче, банкир, я хочу взять кредит стоимостью 32 золотые монеты. Ладно, хорошо, сейчас тебе вот в сундуке, там я уже положила тебе. О, подгончик. Чё говоришь? Когда вернёшь? А, ну давай 15 серий. Вот это вот, нет, эта серия не считается. После этой серии 15 серий, и вот уже на 16 я тебе принесу, окей? Окей. Короче, 32 золотые монеты я потом принесу. Мы сейчас купим ноутбук, и я смогу записывать ролики в будущем.
Да, сейчас самый сильный ноутбук куплю, мощный самый. И это можно будет купить. Wi-Fi роутер же нужен. Как я буду... Блин. Тачка этого Степана. Вот не Степана этого. А, да, Степан. Стрим-магазин для стримеров. Давайте. Короче, я забираю этот богатый ноутбук себе. Вот он. Вот он какой. А так он мне закрытый выпадет? Так закрытый. Все, короче, даете. Я тут уже камеру покупала. У тебя что, никаких клиентов не было? Это печально. И вот это самое дорогое. 100 золотых монет компьютер. Что это? Вот Wi-Fi роут. Вот. Новые поставочки. Ну, в смысле, новые камеры. Так, это уже вроде бы 13 золотых монет. Можно было купить что-то подешевле. Ну, надо что-то мощное. Сейчас попробую. О, динозаврика как раз могу поиграть. Да, в динозаврика могу поиграть. Давайте хотя бы в динозаврика поиграем. Так. Байся. О, блин, тебе же надо это. Короче. Закрывайся. Лучше не буду его ломать раньше времени. Вот мое оборудование здесь все. Вот чисто вот. Короче, вот так у нас все было. Как у нас все это появлялось. Ладно, баба Зина. Еще, так. Подождите, а пока вот там, короче, это строится офис, ну типа. Ну, типа, вот это. А, кстати, а зачем мне нафиг в офисе работать? Я могу в банке, подождите. Извини. Ой. Так. Извините. Да извините, блин. Извините. Так. Что ты молчишь? Говори. Что происходит? Ладно, пойду к директору с ним говорить, мертвого лечить. Чё? А где директор, у меня вопрос? Ты куда пошел? Иди сюда. Чё? Всё, бегу. А как мне выбраться? Мужик, а как выбраться отсюда? Тут не заметил, пока тут. Я сейчас быстренько переставлю. Подождите, ну тут директора-то нету, да? Нету директора. Чё мне не выпало? Да вообще пофиг как-то. Вот дайте мне пройти, так. Если я тут этого... Вот... Только цыц, просто цыц. Да, Чё звали? Тут пень. Не туда пошёл. Чё звали? Если ты хочешь работать, то будь директором. Он не по известной причине пропал. В смысле пропал? А, ребята, я тут комстык. А то есть я уже могу быть директором? Да, можешь. О, ребята, получается директор банка? Нафига? Хотя, давайте... Вот мы честные, ребят. Положим обратно вот это все. Компьютер. Все, ладно? Так, все, ладно. Это получается все как бы я директор здесь, ты же понимаешь? Я новый директор. У них же там ком... Стоп, а у вас есть Wi-Fi? Здесь есть Wi-Fi? Подождите, здесь есть? Блин, нет Wi-Fi, ну тут только работать. А сколько платить мне будут? Я как понимаю, пока директора нет, он главный. 3 монеты в день. Ребята, 3 монеты в день, он сказал. Я так, в принципе, и кредит отдать смогу. Считай, купил ноут. Вот мой ноут. Какой красивенький, ладно. Майнсру специально играть. Ладно, давайте устроимся, все. Все, я пошел рабочий день, окей? Да, иди. Все, ребят, погнали, он меня послал, короче, в рабочий день. В рабочий день, никуда больше. Вот так, тут документики распечатать, да, вот, ага, надо что делать дальше.
10 часов спустя. Ух, так. Так, все распечатал. Уже 10 часов прошло. Так мой рабочий день уже закончился. Вот прям. Подожди. Надо к этому сходить. У меня уже рабочий день как бы закончился. Я все распечатал, все разложил. Я все сделал, короче. Дай мне 3 монеты. Да, молодец. Возьми их в сундуке. Окей. Забираем монеты. Кстати, я кредит... Нет, кредит я не буду сейчас возвращать. А что можно у него за 3? Сколько? Там 7 монет Wi-Fi роутер стоит. Ладно. Что-то мне кажется, он меня развел сейчас. А, нет, мне кажется, я не знаю. 3 монеты. Что самое дешевое? 5 золотых. А, камера. 7 золотых монет стоила. Я у тебя уже купил. Степан. Купил я у тебя уже, что мошкой мотаешь. Ух, даже круто заработал. Пойду хоть что-нибудь покушать куплю. Ну, хотя, что, поголодаем. Вот здесь прям видосик закончился. Чуть-чуть поиграю в динозаврика, хотя бы без интернета. Ладно. Ну, а ты как бы не забывай ставить лайк. Строители у нас постарались. Подпишись на канал. А я тут пока вот, короче, динозаврика поиграю.